Уважаемые павлово-пассатцы, в частности, те, у кого есть дети подросткового возраста. Значит, вот видите вот эту вот песочницу? По ее краям были доски. Я уж не помню, со всех ли четырех сторон, но с одной из двух точно. И наши замечательные подростки, вот, значит, там сзади меня забор. Они отрывают вот эти доски, подставляют, чтобы лазить туда через забор. Там заброшенное здание, ну, бывшая фабрика, наверняка знаете. А у меня огромная просьба, поговорите со своими чадами. Пусть они этого больше не делают, ну, иначе придется, так сказать, я не знаю, принять более серьезные меры, потому что уже много раз сюда вызывали полицию. Тем не менее, они почему-то ничего не понимают. Вот такое вот обращение. Спасибо.